Нож бабочка Азимов. Сделан из дерева, легко открывается. Обратите внимание, что детали на металлических болтах. Легко открывается и легко также закрывается. Сделан качественно, каждая деталь аккуратно проработана. Нож безопасный и абсолютно легкий. Вот так он вообще практически невесомый в руке. Дополнительно к нему можно купить байонет, или как его еще называют, М9, и также керамбиты.